Здрасте. В общем, сейчас я его покажу. Вот такой вот, короче, по 20 рублей. Сынок, сядь, я прошу тебя. Да ладно, заодно поснимай. Ну, умоляю, ну садись. Нормально. Ну, пожалуйста, Милюш. Ты мне нервы будешь сейчас трепать. Ну, сядь, ну я переживаю, ну прошу. Все, снимай, давай, выкладывай. Вашеньки уже это, отхрызть готов. Голодный, очень даже. Кушай, Семен, кушай. Ё-моё, как кушает. На две пачки. Не моё маленькое солнце. Не моё, правда, соседское, но все равно моё тоже. К нам пришел, значит, наш. Нет, ну он общий, я не ревную. Наше. Знаешь, не моё, а наше. Вон, видишь, как дерется. Ё-моё. Да, ну, это, корябается. Скотина, да? Да нет, я сама виновата. Я начала пакетом шуршать, короче. А он на тебя накинулся. Да, он подумал, что корм. И он кинулся вырывать. Когда он играется, он так не поцарапает. Он просто подумал, что я его дразню, и он хотел это, хапнуть. Сама виновата, да. Короче. А хороший корм-то какой, блядь? Феликс, да. Хороший. С курицей? А где это, как ее? Завтра? Ну, не знаю. Прикинь, сейчас рыжина придет. Ой, какая кошка, она чудная, странная. Нет там захочет, мам? Выспишь ему две пачки. Нет, не надо обжираться. Завтра тоже надо кормить, так не по-божески. Сейчас. Вчера я не досталась. Хотела завтра, отдала Режине. Так тоже грех. Сегодня праздник, тем более, надо и ей тоже. Сейчас придет и обязательно пачка ее. Ну все. А у нас что? Вот такой вот. А, вот она, пришла. Не надо, мам, пускай его будет пачка. Наложи ей отдельно. Я ей в пакетик, давай, вот сюда вот отдельно тоже. Отдельно. Сейчас. Она давай. Не растет нифига, не живет ничего, я не знаю, что она такая. На. Это она такая размером, и что, по породе такая. Ничего. По породе. Она какая-то ненормальная, никто никогда в жизни не обижает ничего, она какая-то слухная. Она какая-то странная. Ее прям надо на воздухе, на руках носить. Кушай, Семёныч. На здоровье. Корм-то какой дорогой, хороший. Иди вот сюда, вот, иди, чтобы тебя никто не беспокоил. О, кушай на здоровье, приятные аппетиты. А мы тоже сейчас. Сюда ей, короче, положим. Сюда ему. Угу. Сейчас руки помою. Ну что, всем пока. Ну вот так вот. Ты наконец-то хоть сядем, поедим. Тогда. Давай, все. Сколько времени-то? Пока. Время 14:06, а я еще не ел вообще. Я с утра чай попила. Я тоже. Больше ничего. Одну конфетку, москвичка и чай. Вот. Хоть я чай-то пил с утра? Да, пил. Я сейчас почти не ужинал, летом жару есть неохота. Вот единственное, что это обед. Обед это обязательный. Вот. Ну, в общем, вот такой. Да, всем пока. Да, всем пока.